Тайгер, она уже Вон трассера пошли, видим? Ох, ушибли. Это 30-ком, наверное, или ой, щу пошел. Нифига себе. Они что, нам поле хотят подбрить? Филя Бальдер, а ну тоже туда насыли. Ух, ух, нифига себе. Ого, победочка. Вчера был бой, то есть что произошло, из-за чего кто первый начал, и... С позиции ВСУ выдвинулась БМП в нашем направлении, начала обстреливать позиции, естественно, открыли ответный огонь, БМП повредили, вот. Потом была попытка под прикрытием танков увести БМП. Танк обстреливал, прикрывал отход БМП. Поскольку она была повреждена серьезно, ее пришлось буксировать. Вот. Ну, ответным огнем повредили танк. Нет, не бил, подвалили уже и танк нафиг. Все, танк залит, БМП разбита. Но броня уже не уйдет, они ее потушить пытаются, а мои АГСами отгоняют пехоту от нее пока. Вот, после чего они пожаловались нам, командованию. Слушайте, на то, что якобы у нас вот режим тишины, хотя реально боевые действия начали первыми, что мы их обстреливали. Пришлось заявить о том, что нарушили технику безопасности, курили в танке. Так что нам этот танк можно засчитать. Как-то так. После минометного обстрела, под прикрытием минометов, танк все-таки ушел, увел БМПшку. Вот. Они покинули свои позиции. Ночью вернулись на них. Так вот мы уже 2 месяца. Танк поврежден? Да, танк поврежден. Я думаю, он не боеспособен. Так. Трактор. Как вы проживаете здесь эти люди? Ну, в принципе, относительно нормально. Конечно, трудно без воды, без электричества. Ну, ребята закаленные уже идут с самого Славянска. И как бы там, где мы, там редко есть вода и свет. То есть привыкли колодцы, генератор, готовят понемножку. И ты вчера нам сказал, что будешь делать какой на скольке. Да. Вернусь к своему любимому делу, война закончится, буду снова таксовать. У тебя родина есть? Мне нравится возить людей. Ну, я из Донецка, пока еще родина есть. Я думаю, будет. Хочешь ты нечего сказать гражданам, которые Евросоюза не знают, что есть здесь? Ну, гражданам Евросоюза, как бы... Общественное мнение это, конечно, важно, их, правда, это очень мало касается, далеко от них. Ну, сказать одно, украинские власти многое фальсифицируют, обманывают и представляют все не в том свете, в каком есть на самом деле. Спасибо. Спасибо, что ты не можешь, и твои друзья.